Привет, друзья! Сегодня мы представим вашему вниманию 10 популярных товаров для автомобиля Lada Vesta с сайта AliExpress. Все ссылки на представленные товары вы найдете в описании к видео. А мы начинаем! Декоративные чехлы для сидений. Lada Vesta не может похвастаться идеальной обшивкой сидений. Стандартные материалы не лучше в плане тактильных ощущений. И с помощью AliExpress вы можете исправить этот нюанс. Перед нами максимально привлекательные чехлы, выполненные с прострочкой. Именно так делается обшивка в элитных авто. Конечно, прострочка ложная и сделана исключительно в декоративных целях, но это не отменяет ее привлекательности. Накладка на порог. Порог авто – один из самых повреждаемых модулей. Даже женский каблук способен оставить на нем неремонтируемый след. Чтобы этого не произошло, можно установить такую накладку, которая отлично впишется в интерьер машины. Защитная накладка радиатора. Декоративная решетка из пластика придаст вашему автомобилю спортивный внешний вид. Кроме стандартных защитных функций, таких как профилактика попадания влаги и грязи внутрь, накладка дополнительно скрепляет корпус, обеспечивая его более высокую прочность и повышая сроки использования. Накладки на замок двери. Автомобильный стайлинг под углеродное волокно. С помощью данных накладок можно скрыть заводские болты крепления для замыканий дверей вашей Весты и придать более эстетичный вид дверным проемам. Набор ковриков для ниш. Резиновые коврики для всех ниш салона вашей Vesta – это отличное решение для придания эстетического вида всему салону, а также для его защиты от царапин. У продавца в наличии 4 цвета ковриков, ссылка на набор в описании. Магнитола в стиле Tesla. Ничто так не украшает автомобиль, как качественная стереосистема. Компания StrongNavi предоставила свою магнитолу в стиле Tesla для Lada Vesta. Система работает на 4 ядрах с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти для аудиофайлов. Присутствует встроенный микрофон и усилитель мощностью 4 на 45 Вт. Доступно подключение по Bluetooth для прослушивания музыки с телефона. Устройство имеет сенсорный экран с высокой четкостью, благодаря разрешению 1024 на 768 пикселей и 9,7-дюймовой матрице IPS. Подробную характеристику магнитолы смотрите на странице продавца. Кожаная оплетка руля. На AliExpress есть множество различных чехлов для многих марок автомобилей. Данная оплетка выполнена из натуральной кожи и имеет более выигрышный вид, чем обычные чехлы. В комплекте есть все необходимое для самостоятельного монтажа оплетки. Юбка на передний бампер. Если вы хотите придать своей Весте более спортивный вид, вам стоит присмотреться к данному обвесу от AutoWay. Юбка выполнена из ABC пластика с глянцевой поверхностью под покраску. Доставка не займет много времени, так как товар находится на складе в России. Коврики в салон. Автомобильные коврики для Lada Vesta бывают простые, а бывают крутые, как эти. Сотовая структура EVA ковриков позволяет собирать до 1 литра жидкости, грязи и пыли. Легко очищаются и моются. У продавца в наличии 8 цветов на выбор. Отправка со склада в России. Фильтр-сетка воздухозаборника печки. Данная сетка предназначена для защиты воздуховодов и вентилятора печки от крупного мусора из внешней среды. Крепится с помощью двух магнитов к корпусу автомобиля. Отличная полезная вещь. А на сегодня у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это лучшая награда за проделанную работу. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.